В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоная уничтожены 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения.